УКСУП экспериментальная база стралічава да сяўбы кукурузы прыступілі два тыдні таму. На гэтую культуру робяць вялікую стаўку. Сёлета пад кукурузу ў гаспадарцы адведзена 1600 гектараў, з якіх 1000 пад сілас. У мінулым годзе атрымалася поўнасцю забяспечыць жывёлу сваімі кармамі, а рэшткі сіласа, якія склалі 2500 тонн, прадалі іншым гаспадаркам раёна і такім чынам палепшылі эканамічнае становішча. Плануецца, што апошняя кукурузная сеялка завершыць работу на палетках на пачатку мая. Сегодняшняя погода, она была валит, она, видите, весна уже у нас стала какая-то ранняя, апрель месяц, вроде бы даже, можно сказать, что даже уже и весны вроде нет, она как-то проходит плавно в лето. Поэтому она благоприятствует сегодня для сева яровых зерновых и благоприятствует сегодня для сева кукурузы. Поэтому погодные условия, я считаю, что в этом году даже можно считать идеально. Да сяўбы кукурузы ў Хойніцкім раёне прыступілі аднымі з першых. Пасля таго, як 14 красавіка была завершана сяўба яравых культур, на палеткі адразу выйшлі кукурузныя сеялкі. У райвыканкамі спадзяюцца завершыць усе работы да 9 мая. В этом году больше ставка на сделаць в основном з кукурузы, это в основном на сілас, так как без качественного сіласа кукурузного мы не сможем производить хорошее большое молоко. Поэтому основная масса кукурузы у нас 9000 гектар, это сеется на силу, чтобы произвести 157 тысяч или заготовить 35 ценнерогаемых единиц на одну условную голову травянистых кормов. У минулом годе урожайность кукурузы на силос складала каля 170 центнеров с гектара. Зараз подяются, что выник будет еще лепше. Такие же надеи связаны и с яровыми культурами. Лепший показчик по намолоте, який был достигнутый у 2014-м 45 тысяч тонн сбожжа, является ориентиром и на сёлетнюю уборочную кампанию. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район.